Да, ребят, мне просто, короче, всем... Да. Просто мне звонили на Так, телефон, и а вы меня что будете сбросился делать? весь прямой эфир из-за курьера. Пашка разговаривает с ним по Вы что другому будете телефону, делать? 3 раза набрал. Но тот прямой эфир я сохранила. Сейчас Паша договорится с человеком, который названивал мне на телефон. Вот. И Никита опять там что-то делает. Да я сижу просто вот так вот. Курьер что-то привез. Я, короче, купальники себе заказала. Еще что-то заказала. Зай, ну хоть долго А, болтать. давайте, поднимайте 194. Ну, у нас прямой эфир. Ты не говори. Адрес полностью. Все, ребятки, продолжаем. Продолжаем прямой эфир. Я очень извиняюсь за то, что... В общем, товар, детский товар. Ну, ребят, все написали, что какая разница. Все равно же кто-то ведет этот аккаунт. Я вижу, что там магазин. Прям 12. Всего 12 публикаций подписано 3000. Тогда давайте не будем. Коммерческий аккаунт. Коммерческий аккаунт. Коммерческий аккаунт. Ну, я согласна, коммерческий аккаунт не очень хочется коммерческий. Ну, разговариваешь, лучше кому-то конкретно. Спонсоров всех проверяем по программе. Вот, обязательно правильно лучше выполнить всегда участие конкурса. Это не блеск, это просто гигиеничка. Прям такая, знаете, не отдавай, вот пишет, не надо. Все, давайте не будем, правильно, все, согласна, давайте не отдавать. Мы поменяем, потому что там прям действительно магазины, коммерческий аккаунт и пару публикаций о продаже чего-то там. Вот. Привет, продолжаем. Я вам сейчас вам покажу табличку. Зай, можно секундочку? Вот это аккаунты наши. Мы разыгрываем сейчас 20 мест по 5000 рублей. Вот это номерочки. Номерочки мы вводим сразу же в табличку. В табличке в поиске вбиваем. Привет. Оп. Проверяем. Заносим сюда. А дальше проверяем по... А дальше проверяем по программе. Сейчас вам покажу, как мы проверяем. Для того, чтобы быстро проверить все подписки, мы подписались сами на всех спонсоров. Ага. И заходя в подписки, если человек тоже подписан... Сейчас. Все. Свет. Секундочку. Вот. Если человек тоже подписан, видите, не синенькая, а беленькая. Это значит, человек тоже подписан на того, на кого и мы подписаны. А мы специально подписались на всех спонсоров. И вот видите, все, синенькие, это уже другие. Вот так вот. Мы быстренько проверили все. Еще один победитель. Да, покажи. Можно покажи. Его показать. Это вот. Вот. Виктория Владимировна. Плохо свет постоянно. Виктория Владимировна, Виктория Владимировна, поздравляем. Можно сразу же написать. Ну ладно, потом напишем. А, нет, можно сразу же видео записать. Так, отправить сообщение. Отсвечивает у тебя тут женек, у тебя место отсвечивающееся какое-то. Вот, сразу же пишем всем победителям. Все конкурсы у меня самые честные. Все. Вот так, смотрите, будет двойной. Викуся, поздравляю, ты выиграла от меня 5000 рублей в моем именном конкурсе. А куда переводить? Все. Отправить. Все, Викуся, поздравили. Пост с победителями. Смотрите, да, хорошо, чтобы не зависало, я выключаю комментарий, выключила. Пост с победителями я всех победителей выложу в сторис, и все победители выложу в посту, но на конкурсном аккаунте. Вот. В посту на конкурсном аккаунте и у себя в сторис, вот, потому что уже запутались, все уже запутались, какие аккаунты, Инстаграм сейчас очень жестко прям с этими конкурсами, мне бы сейчас зарядочку на телефон вставить, и сейчас вам покажу всех остальных победителей. Зай, по программе разве не проще проверять, нет? Мне нет, у меня тоже... Ну, просто это очень долго. Не долго, поверь мне, то, что Женя делает. Быстро. Сейчас... Хорошо, дай мне аккумулятор, пожалуйста. Что-то прислали? Посылка! Аккумулятор в сумке, сумка в коридоре. Так. Аккумулятор в сумке, сумка в коридоре на вешалке. Мартин, хватит чесаться. Так. Мои хорошие, вы прям в эпицентре всех событий сейчас находитесь. Мартин. Мартин. Мартин, хватит чесать. Чесать себе одно место хватит. Хватит начесывать. Я просто делаю много просмотров в прямом эфире. Так, сейчас вам покажу все. Простите. Ой, покажи. Смотрите, кто еще выиграл. 5000 рублей. Вот эти вот ребята. Ой, слушай, а я их знаю. В плане... Да, я их видела. Они, короче, по-моему... По-моему, когда мы в конкурсе недавно участвовали, под 5-м пунктом, кто победил, я заходила и их лайкала. И, по-моему, одни из тех, кого я лайкала. Я же захожу к вам часто на страничке, особенно когда вы участвуете в всяких этих моих конкурсах. Они делают специально для того, чтобы я заходила и знакомилась с вами. Так, хватит тебя показывать. 0, вот. 7, 6, 3.
5, 6, 4. Просто вот это все непроверенное? Сейчас это быстро все проверится. Мы сейчас все внесем в таблицу, чтобы все это было показано красиво. Ну, в общем... 8 июля первое фото. Аккаунт совсем недавно, 6 июля первое фото, 8 июля второе. Принимается, не принимается. 6 июля первое фото. Ну, специально созданная конкурсная страничка, мне кажется. Не исключено. Назад сделай. Там сколько, 250 подписок? Ну, если все много. Ну, я не знаю. 6 июля только создан, сегодня 16. 10 дней назад. Не, не считается. 10 дней назад. Давайте переделаем. 10 дней назад под конкурс. 10 дней назад под конкурс, да. Нет, давайте не будем. Да, честно для подписчиков, что у нас участвуют те, кто... Никита. Никита. А что ты ешь, тоже хочу. Ну, тогда все хотят. Зай, ты очень много места занимаешь, но ничего не показать людям. Я должна показывать им, что в компьютере есть. Показывай. Я не могу, потому что Жен, ты очень большой. Жен, списываешь кого-то? Нет, ты не совсем достаешь. Показывай, что в компьютере есть. Что-то. Материнка GeForce X. Боюсь, что сайт кончился. Ну ладно. Да, в этом-то и проблема. Ну, вот смотрите. Татьяна Горба. Где пустые места? Это магазин был детский, а вот здесь недавно создан аккаунт. Только специально под конкурс. 2 июля. Ой, 10 июля. Вот. Татьяна Комарова. Ну вот, да, в принципе. Да. На всех подписано. Татьяна Комарова, поздравляем. Итак, будем сейчас проверять всех остальных. В общем, вот. Поняла, почему мы не проверяем через сайт, потому что сайт висит. Можете посмотреть еще раз, заскриншотить. Вот, и пока ребята всех проверяют, я могу включить комментарии. Ой. Да, должна все подписаться. Ну все, по-быстрому придем. Вот. А программа учитывает, кстати, спонсора с расчетом где-то 1-2 человека погрешности. Бывает, там кого-то заблокировали. Кто-то случайно на кого-то не подписался, то есть в этом плане ничего страшного. Итак, я сейчас всех показала, вот, пока Паша всех проверяет, давайте тоже покажу, как Пашка всех проверяет. Никита, ну, да, можешь выключить этот свет срочно? Вот они все наши подписки. Вот, у меня аккаунт подписан только на спонсоров. Вот, да, аккаунт подписан на спонсоров, поэтому, когда мы заходим, мы видим, люди подписаны на тех же самых людей. Елизавета Кузнецова тоже. Елизавета Кузнецова, поздравляем! Проверяем всех остальных. Вот. Так очень удобно проверять. Плакушки, ничего не видно, капец, как долго. Мария, у меня опять все зависло, что ли? Вот, плохо видно, сейчас ужасное качество. Сейчас, ребятки, по качеству я поняла. Сейчас, подожди, да тут еще отсвечивает все. Можно завесить балкон? Вообще ничего нет. Можно завесить. Вообще ничего нет. Вот аккаунт созданный только под этот. Вот тоже, смотрите, конкурсный опять тоже. Ну, не-не-не, только не Забавы ради написано, что, ну, понятно, что... А я не знаю, почему такое качество. Ну, нагрузка большая. Слишком много. Ребята, давайте не будем лайкать. Выключай опять комментарии. Да, давайте не будем лайкать. Смотри, видишь, вообще ничего не видно. Вот как мне что-то показывают? Да ты сказал же, не включай комментарии. Выключить надо, наоборот. Ну, вот я говорю, зачем ты Я выключила. Не лайкайте, пожалуйста. Да, ребят, не лайкайте, а то плохое качество. Лайкайте фоточки лучше в ленте. Лайкайте фоточки в ленте, видосики там, комментики. Вот Аленка Малахова. Вот аккаунт. Вот она подписана на всех. Подписана на всех спонсоров. Все, супер. Да. Все поняли, да, как проверяем? Мы подписаны сами на спонсоров, и поэтому, когда заходим, мы видим, на кого тоже человек подписан. Дальше. Тимонов. Чен. Ко. 40. Чем. Александр Тимченко. Александра. Тимченко. Хороший аккаунт. Ну и подписано на всех. На всех подписано. Все, супер. Итого, Никит, проверь, как там качество изображения. Итого, вот у нас получается. Ну, вот уже получше, короче. Все равно, конечно, немножко пиксельно. Подвисает? Угу. Женя, у тебя как? Мне надо вместе. Дай блю банану. Зависло? Нет. Ребятки, ну никто не застрахован, иногда подвисает. По крайней мере, я все сохраню, все имена выложу, особенно всем напишу. Мужчин старше 40. Победителей мы не пропустим. У
мне еще как бы далеко, так что. А у всех этот сайт не работает? Может, у кого-то он работает? Ну, вот если работает, тебе могут просто проверить сами и все. Все проверяют через мой. Да, ребят, давайте вы нам поможете, давайте попроверяем. Попроверяем победителей. А, в общем, да, смотрите, сейчас не подвисает. Держи ровно сильно, когда ты не сейчас смотрю, но до этого не подвисает немножко. Я очень ровно сейчас держу. Я вишу, нет? Ты еще сейчас не держишь. Закрытый аккаунт? Да. Виснет? А что делать? Я могу подсоединиться к Wi-Fi, но Wi-Fi будет хуже. Помните, в прошлый раз Wi-Fi вообще был жопа? Ребята! Не хочу, чтобы висло. Итак, ладно. Ну, я не знаю, что делать, чтобы не висло. Проверяем дальше. Да, тоже подписано. Тоже на всех подписано. Ариночка осталась, но совсем чуть-чуть. Один аккаунт был закрытый. Тоже подписано. Блин, тоже сейчас ничего не видно было, по-моему. Сейчас еще камеру протру на всякий случай. Вот как у нас процесс. Женечек смотрит, насколько я зависаю или не зависаю. Да, проверяем качество. Пипец, как качество. Зависает, но... Блин, ребят, ну у меня видно все отлично. Честно. Ну, сохранится же, да, как бы. Будет видно. В смысле, ну, давай сохранить. Алена будет тогда снимать, и должен быть все нормальный эфир. Алена. А мы столько не выложим, куда ты столько выложишь. Ну да, сколько? 15 секунд. Давай, зайчка. Созданный аккаунт, там чисто под конкурс. Чего там опять? Где, аккаунт созданный под конкурс. Покажи. Вот. Ну что, всем подписчикам хочу показать. Аккаунт созданный под конкурс. Почему? Человек, по-моему, путешествует. Да где путешествует? Вон 77 подписки, только конкурсные. А когда первое фото? Первое фото. Я буду старый. Да, ты посмотри, первое фото, Зай, господи, ну. Потому что 17-го года. Ну, старый аккаунт, чего ты. Алена тревел, Алена путешествует. Некуда. То, что она не выкладывала. Чего ты, блин? Нормальный аккаунт, нормальная Алена. На всех подписана. Зайчка. Год назад. Так. Красная карточка не дала. От арбитра. Так. Напоминаю, список. Вот у нас участники, которых мы проверяем сейчас. Закрытый аккаунт. К сожалению. Ну как, Лейс 20? Как так? Мама, Глебати. Обидно. Не да. Все знают Глебати. Смотрите, уже 4 человека у нас пролетают. В прошлый раз у нас практически никто не пролетал. Очень мало было закрытых. Все на всех подписаны. Это прям... Был кайф. Как? Мудила? А, мудрила. Простите. На всех подписано, мудрила. Вот мудрила. Класс. И следующий аккаунт. Блин, ребят, если плохое качество, искренне, блин, простите, пожалуйста. Ну вот, он прям еще зависает немножко. Сейчас, все, осталось 2 минуты, Паша всех допроверит. А 4 человека мы будем переизбирать уже как минимум. Вот, если да, то, блин, извините, это этот самый... Лаг. Нет, сеть плохая. Хотя у меня полная сеть. Ну, не знаю, короче, это МТС выпендривается, наверное. 4 переигрываем. Смотрите, сейчас оглашаю список тех, кто... Мы переигрываем. Так, нет, покажи список сначала. Итак, список участников, те, кому я перевожу по 5000 рублей. Дабы убедиться в моей честности, да, я выложу скриншот, я все это отмечу. Дабы убедиться в моей честности, любому из них можете написать. А, ну, это так. Пять. О, раз, подожди, два, Тимченко, это кто-то знакомый, нет? Ладно, короче, вот, 5 человек мы переигрываем. Это либо закрытый аккаунт был, либо магазину мы не дали, да, там прям магазин-магазин. Либо специально созданный. 5 мы переигрываем, поехали сгенерировать. 3781, 19036. И так далее. Сразу же мы сюда вводим вот Валерис. Будем все. Блин, если честно, Зай, ты можешь как-то ко мне развернуться? Нифига не видно. Вот, спасибо большое. Да пипец, как удобнее. Ну пофигу вообще. Так, смотрим. 19036. Главное, чтобы подписчикам все было видно. А я тут с тобой тут это. Да встань. Иди. Опять за свет. Никита, выключи фонарь, пожалуйста. Дарья, мам, вот еще. Дарья, мам. Дарья, мам. Новый победитель. Заполняем еще. Пробелы. То есть эта рука тоже работает? Ну, пипец, вообще ничего не видно. Никита, выключи свет в коридоре. Так ты думаешь, без света полностью вообще будет? Конечно, отсвечивать не будет.
Во, ребят, так вроде лучше видно. Я не про это. Вот так еще лучше стало. Так, вот туда мы заполняем. Да что ж такое-то, Паша меня все выгоняет. У меня рука-то работает, говорю же. Сейчас я Паша заполнит. Я нажимаю важные клавиши. Я могу стереть лишнее, если ты будешь нажимать. Ну, я не знаю, как снимать. Люди. С другой стороны подойди, хоть вот так вот. Ну, сейчас, да, я... Ну, ладно, в конце. Сейчас, побьет, сейчас, побьет, и... сейчас в обей, да, в обей. В обей. И 17263. Поехали. Кто-то, по-моему, жаловался, что не было мелких чисел. Вон, 3100 и 3000. Ну да, я говорю, в прошлом эфире. Сейчас выключи на комментарии, и никто не жалуется. Итак, ребятки, вот участники. Сейчас мы их будем допроверять. Поехали. Валерис. Проверяем Валерис. В прошлом конкурсе вообще был, по-моему, 73 там номер. Да, да, да. 73 номер. О, нифига себе. Они специально такие ники придумали. Посложнее. Да-да-да. Конкурс, да, на самый жесткий ник там такой, который не напишешь. О, Валерис. О, хороший аккаунт. Думаешь? На всех подписано. Ура! А зайди сразу отправить сообщение. Нет, не трати на это время. Так. Ну, блин. Потом отправишь своего аккаунта. Да, после конкурса, ребят, я всем напишу. Дарья, мам. Дарья, мам. Еще всех победителей просьба прислать мне фото и видео, что это мама реально Алинки. Выиграл. Мама Алинки. Мама Алинки выиграла 5000 для Алинки. Ура! Пашка тут сразу отмечает зелененьким. Крррррм. Как мы проверяем, все уже поняли, да? Мы подписаны на всех спонсоров, крррррм. И когда к ним заходишь, ручка. Вот, видно, на кого подписан человек, на того же, кого и мы, или нет. Кристина Романова. Ну, отличный Тюмен. Аккаунт у Кристины. Тюмен. На всех подписанных. Какие вы молодцы. Вообще просто золотки. Паша сразу отметил, вот зелененьким. Еще два аккаунта проверяем. И переходим к другим подаркам. И переходим к другим подаркам. У нас, ребята, вон сколько гироскутеров стоит. Диана. Соловьева. 89, вон она. Диана Соловьева, 89. Аватарки, ну, да. Нету Дианы, ну. Но зато на всех подписано. На всех подписано, молодец, Дианочка. Умничка, поздравляем. Поздравляем тебя с 5 штукарями. И Иконова. Так. Дальше. И последнего Анюта. Ой, не так неправильно написал. Икона. Нова. Клова. Анюта. У меня телефон, у меня рука отвисла с телефона. Минут 20. Так. Ну да, на всех подписано. На всех подписано. Ура, да, ребята! Все, отличный аккаунт. Скриншотим. Ура. Отмечаем зелененьким. У тебя здесь немножко плохо видно из-за того, что у Паши, короче, компьютер такой поломанный. Ну вот, вот, в принципе, так видно. Итак, это наши победители, кому мы отправляем по 5000 рублей. После конкурса я обязательно всем напишу. Дальше, ребят, разыгрываем 10 гироскутеров. Предлагаю их, потом технику и главные призы. Осталось 10. Немножечко, бодримся, 10 гироскутеров. Сгенерировать 10 случайных чисел. Поехали. Вот они числа. Заскриншотили себе быстренько. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Все, пока Паша все эти числа ищет таблицы. У нас вот такая таблица, либо сайт. Мы в самом начале проверяли, что сайт полностью соответствует таблице. Все честно. Все сделано именно для вас. Паша ищет. Женек сразу же параллельно проверяет. Сейчас включу свет. У нас такая лампа для снятия. Я вам показываю еще раз подарочки. Гироскутеры наши. 10 штучек. Именно их мы сейчас разыгрываем. Также у нас много техники. Я покупаю, это мой гироскутер, покупаю подарки перед конкурсом, чтобы потом их просто отправить. Все у нас честненько, вот все запечатанное, посмотрите. Я это все обязательно подпишу еще, отправлю. Книжечки дополнительно мы еще разыграем. Вот, айфончики, посмотрите, какая красота. Запечатанные новые телефончики. 64 гигабайта. AirPods очень удобная вещь, ребята, это удобнее. Вот. Вот как выглядит вся картина со стороны. Пашка это все проверяет. Все номерочки, все в табличке. Женька сразу проверяет, на всех ли подписаны. Засвет идет от света. Засвет идет от света. Но я выключила, чтобы это... А тут я решила включить, чтобы теперь опять себя показать. Да. Кстати говоря, скоро, скоро, очень скоро будет
Это банана шоу новое. Да, ребятки. Скорее всего, сегодня либо завтра. Банана шоу? Банана шоу! С Штепсом будет банана шоу. Вот. Очень крутой, очень смешной. Мы вчера уже отсмотрели, прям очень классно получилось. Прям вам очень-очень должно понравиться, так ржачно. Показываем, что код закрытый. Может, пешком ходить. Лизавета. Вот Лизавета закрытый, к сожалению, аккаунт. Лизочка. Блин, ну обидно, да, можно было, конечно, открыть хотя бы на часик. А что сразу пешком, да, чего такие жесткие? Может, только машина есть. Ну, мы же шутники, не достанется гироскота. Мы ничего не отбираем, как бы. Мы просто ничего не даем. S3 фанчик. Завтра на день рождения к Любятинке пишут, лучше не опаздывать. Кто пишет, Любятинка? Да. Это звучит как угроза. Написали, что какие-то армяне могут опоздать, и все. Только армяне. Только им это можно. У него такой аккаунт. Покажи. Альберто Стефан. Когда первая фотка? Одна фотка. Июня. Mm-hmm. Нет, тоже одна фотка, и без аватарки тоже нет. Согласна. Ребятки, мы все-таки... Я вообще хочу, чтобы все... Победители были у меня самые добрые, веселые. И там приходишь, чтобы у вас такие фоточки классные были. PR. Ну, это не значит, что... Короче, злым мы не разберемся. А как ты вообще будешь понимать? Да нет, ну как бы если одна фотка машины в ленте и только что созданная, мне кажется, хочется наоборот людям, которые действительно это заслуживают. Не то, что чувак создан. Перда? Перда. Ой, перда. Девочкам? Пералик. Покажи. Ну вот, девочка будет кататься покажи, на гироскутере. Покажи, поближе, 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 у меня засвет идет. Вот, поздравляю, один из гироскутеров твой. Сейчас тебе напишем, выбирай розовый. Так, напомню, что цвета все разные, и нужно будет выбрать. Розовый. Это не надо выбирать. А, да? Мы просто какой попробуем, то случайно отправим. А, ну ладно, но со мной можно договориться. Так, проверяем дальше. Валендрия. Валендрия. Марзин, можно потише? Эфир ведем. Сейчас он будет херкать, смотрите. Он собаке 3 года, он пить не научился до сих пор. Он каждый раз так делает. Да, это 3 года. Раскашляет. Он попьет и делает. Ну давай, Марзин. Он тебя немного придурок. Стесняется чуть-чуть. Ну что ты стесняешься? Да. Блин, я поздравляю. Не стесняйся. Без камеры пустил. Без камеры вообще. Валендрию, поздравляем Валендрию. Поздравляем. Один гироскутер отправляется тебе. Так. Фу, я каждый конкурс так нервничаю. Ой, телефон на зарядке и пишет, что он вырубится. 10% осталось. Ну, он справится, я думаю. Думаешь, он заряжает? А ты на тот поставил? Да. Да. Так, переигрываем пока два гироскутера. Так, два гироскутера переигрываем. Зеленые это уже проверенные, это те, кто получил. А так остальные пока бей проверяем. Пока. Все, все. Это два переигрываем. Два, а, все, аккаунты, два переигрываем. Все, простите, пожалуйста. Ну, два уже можем переиграть просто спокойно. Да, 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 да. Два да. переиграть, а там если там еще кто-то, еще один переиграем. Давай. Аннет Давлетьянова, да. Ура! Аннет, проверили. Как там? КБЗВАЙ. КБЗВАЙ. Нижнее подчеркиваю. Итак, генерируем. Два аккаунта переигрываем. 67699, 71647. Сразу же Пашка их ищет. Ребятки, все честно. Максимально открыто. Вероника топ. Дмитрий, Вероника топ. Мы сразу же заходим. Ай, есть, да, тоже девочка. Покажи, покажи, покажи. Вот, все аккаунты, вот это прям все ваши аккаунты. Поздравляю! А вы все так радуетесь, когда я напишу в директ. Ну, помните, кто не выиграет, тоже не расстраивается у нас. Екатерина Скайлай. Скайлай. Ай на конце. Ск... А, Y и А. А Луа. Ска. Вот они. Скайлю. Ска. Скаля. Скаля. Скалю. Пытаюсь видеть. У вас очень сложный ник, Екатерина. Так. Нормальный аккаунт. Нормальный аккаунт, подписки. Есть. Есть? Проверили. Да, все, так, еще один и номер. И еще вот один номер. У меня есть дети. Дети? Если это ее, то у нее есть дети. Ура! Красиво. Так красиво. Мило, когда с детками. Так, ищем еще номер. Один. Бум. Маркуша, 130-21-97.
Итак, да. Проверяем. Еще вот осталось трех проверить. Запоминайте. Вот это, забери пальцы. Ну да, давно аккаунт. Вот это те, кого уж зелененьким проверили, те, кому отправляются гироскутеры. Покажи. Мама подписана. Мой класс. Вот. Ирина Красенко. Мамочка классная. Мамочка, он как раз поздравляем. Сынишка. Сынишка. Или брат, или сестра. Думаю, сын. А может и брат. Брат. Давай дальше. А может дочка. Дмитриева и Вероника. Да, Дмитрий, у Вероника то проверяем. Я напомню, вот это люди, которые получают от меня по 5000 рублей. Вот это гироскутеры. Дальше мы разыгрываем что, выбирай, технику. Выбирай, что будем разыгрывать. Давай три колонки разыграем. Три колонки, давай. Поехали, три колонки. Сгенерировать. Три... Дмитрий, Вероника топ, закрытый аккаунт. Дмитрий, Вероника топ, закрытый аккаунт. Переигрываем, к сожалению. Дальше. Можно я Морсика тоже? Морсика. Да. Так, кстати, мы сгенерировали три колонки. Вот, три колонки мы сгенерировали. Колоночки JBL. Пока Паша их сюда забивает, Женек проверяет все аккаунты. Вот, я не буду подходить вам издалека, покажу. Вон они, JBL-ки. Мне, ой, Никита, так близко, а? Не, мне лесные ягоды, пожалуйста. А мне любой. У меня телефон уже горячий. Вынеси от одновременно прямого. Силиконом вытащи из чехла. Ну, лучше зарядку, лучше с чехла. Подождите, сейчас ребятки нас тут. О. Вот. Ого, у меня телефон просто кипяток. Да. Так, тебе лесные ягоды? Куча, куча. Засниму себя, что я веду прямой эфир. Я пью вкусный морсик. Итак, продолжаем. Вроде, в принципе, все понятно. Я всегда так нервничаю каждый прямой эфир, потому что я очень боюсь, что... Вот, видите, все реальные участники, список. Все себя могут найти по ссылке в шапке профиля. Ксюша, нормальный аккаунт. Кого проверили? Это вот Маркуша. Маркуша проверили. Давайте один гироскутер. Сейчас мы колонку последнюю JBL впишем и переиграем гироскутер. Шесть. Алло, да. Да. Так. Хорошо, куда вызывать? Это Женя. Элизабет. Женя, да, куда вызывать? Куда? Вот. Вот, это колонка наша. Сейчас мы их проверим. Но да. Пока мы переиграем. Мы пока гироскутер один переиграем. Да. Давайте переиграем гироскутер. Один. Поехали сгенерировать. Бум. 87300. Оля. Макасинская. Надо вызвать. Какой адрес? Скажу в прямом эфире. Скажи в прямом эфире. Блин, я не подумала. Так, сюда будем. Так, вызовешь? Давайте, Пашка, пока. Ну, значит... Спустимся? Спустимся. Так. Так, в общем, проверяем. С моего вызова. А вот, давай, с Никитина вызови по карте. Я вчера установил, и, по-моему, привязал уже. Джулия. Не ошибаюсь. К такси тоже? Чер... Проверяем. Ух, как. Вот Киш. Да, вот Никита, так. Выключи, пожалуйста, опять лампу. Вот. Учусь в меди, первый курс. О, медик. Поздравляем. Медик. Ну вот, будет теперь по меду. Все, на всех подписано. Ну вот. Поздравляем. Вот список всех, кто выиграл гироскутеры. Ура! Мои хорошие, победитель обязательно, я с вами спешусь, после прямого эфира обязательно, после получения подарков, я жду от вас видео, вот, я с удовольствием всех выкладываю в сторис, с удовольствием вас отмечаю, я только Ксения рада, Шубникова. Общаюсь мама, со всеми. Мама, прекрасная дошенька Маруся. Да что ж за свет опять идет подписано сейчас? Подписано на всех. Сейчас. Выигрывает колонку JBL, будет музыку на природе с детками слушать. Вот, на всех подписано, покажи еще раз себе. Вот. Ура, колоночку JBL выиграла. Ты хотела фотографию открыть или нет? Нет, видишь, за свет. Пальцем. Али. Видишь, опять за свет. Во, вот так видно. Али Муса. Али Муса, 08.05. 08.05. Проверяем, вот тоже. Закрытый аккаунт. Переиграем, к сожалению. Вот так вот. Я вообще на самом деле думаю, как вообще... блин, опять. Как вообще снимать, если у меня за свет идет? Жесть. Простите. Блин, ребят, звонит. Может что-то сделать? Телефон светит. Да, на свет моего экрана телефон, я снимаю его в кадре. Возьми сейчас одну. Если Лена этот ударить его молотком... Лизавета, без меня. Снимать все сразу.
Тут аккаунт. Ну, как бы нормальный аккаунт. Нормальный аккаунт. Да. И на всех подписано. На всех подписано, ура! Итак, переигрываем, одну колонку переигрываем. Одну слушаем. Одну? 82-667. Смотрим. Бам, бам. Вводим. Бам, бам, бам. 82-667. Катерина Милаха. Катерина Милаха. Так, вбиваем Катерину Милаху. Катерина. Рина, нижнее подчеркивание. Милаха. Милаха. Нет, не она. Это она? Да. Блин, ну не, без публикации. Это значит... На всех подписано без публикации. Не да. знаю, нет, наверное. Ребята, мне идет прямой эфир? Там мне только что было написано, что телефон да, взорвется. Да, лайки же идут. Телефон взорвется, да, потрогай. У меня же горячо, он обжигает. Нет, он же заряжается. Не, нормально сейчас зарядка. Зарядка. Потрогай сюда. Короче, Катерина Милаха нет, правильно ведь? Катерина Милаха нет. Давайте переигрываем. 63 390. Как вот можно его вообще? Ну, прям хочется, чтобы это был нормальный аккаунт, реальные люди. Да, то есть, которые хотя бы... Вы, мои дорогие подписчики. Вот, Танечка. Ведут свои аккаунты, то есть, ну... Ну, да. Действительно, как бы, мы же в Инстаграме вот. Для инстаграмовских людей разыгрываем, а Танечка. Не... Видно же некто? Видно, когда ты вот что-то конкретно в карте делаешь. Танечка. То хорошо видно. За... У тебя чисто экран, когда держишь, хорошо видно. Конечно, подчеркиваю. Другое сложно представить. Вот, Танечка Зайчка, нормальный аккаунт, милая девчонка. Да. Так, проверяем подписочки. Сейчас. Да? На всех подписано. Да, на всех подписано. Супер. Все. Проверили. Итак, ребят, так, что, теперь. Три фотика или три микрофона? Три микрофона. Давай, ну, три фотика. Нет, давай по порядку. Давай, три фотика. Давай. Три фотика. Вон там у нас фотики стоят. Вот они.